Еще один пас. Категорий бросок. Гол! Алексей Семенов. Первая шайба в этом сезоне. И какой красивый она получается. 1-1. Ну, разыграли просто. Поэтому показатели у команды Олега Знарка. 10 побед, 15 поражений, 10 поражений. Отрицательная разница заброшенных и пропущенных. 24, уже 25. 27, удается Спартаку одну шайбу отыграть. 20 секунд еще играть в этом периоде, и шайба все никак не покинет зону Рижан. Любимов. Береглазов. Хорошая опять смена позиции. Передача на дальнюю штангу. Ну, смотрите, абсолютно одинаковые концовки. Вот те же люди, причем у «Металлурга» просто начинают издеваться над соперником. Посылки определенные есть, но... И в итоге без Шипачева с Яшкиным обходится «Динамо» и даже без второго звена. Красиво! Сергеев, Андрей Сергеев от середины, передача на Хайруллина. Тот укатил на левый фланг, и за ворота тоже укатил, и забил. Отличный гол от Марата Хайруллина. В формате 4-4 и за лицевой линией. Рикошетом от вратаря. Вот так и перехитрили здесь. Ну что, бросали. Старченко. Разбежался, все, раскатился. Благодаря этому в зону вошел Старченко, надо исполнять гол! Фантастическая шайба Романа Старченко! И причем уже не первая такая в сезоне. Индивидуально сильный хоккеист, и порой его ничья помощь не требуется. Ну вот в командной игре действительно не так много у Бориса получается, зато...